Ребята, объясняю ситуацию, короче, едут. Едет, короче, вот боёб спереди. Ну, сейчас он уже едет, посадил вот машину, кран. Едут такие, спереди едет, вот этот вот кран едет. Вообще медленно прям едет, едет, едет. Начинается гора. Сзади фура идет на обгон, и он жаривает. Короче, жаривают, ребята. И они оба едут и жаривают, бля. Вообще, где вообще, блядь, понимание вообще вот у их людей? Оно что, отсутствует, что ли? Я удивляюсь, как так, блин, так разве, бля, вообще, блин, да. Не, ну я понимаю, конечно, что сейчас одна молодежь уже ездит на фурах. На такой, на строительной технике, одна молодежь, чё. Это вот раньше, когда ездили мужики там по 50 лет, да, такие уже с опытом вождения вообще. Они, да, еще, они уступали, видят сзади фура более мощная, нахер тебя обгоняет, нахера ты давишь педаль в пол, не даешь себя обогнать, вообще, блин. Ой, дегенераты, дегенераты, ребята. У меня 79 градусов, и все, это прям край. На скорости не поднимается больше движение. Сейчас на улице плюс 20, наверное. 25 было, я выезжал. Сейчас 20-ка, наверное. Вот 140 еду, вообще в кайф. Нормалечек. По кайфу.